нами или... Я не с вами. А нахуй тогда это приехал? Распиваете тут спиртные напитки на чужой территории. А где Юля? Добрый день. Проходите. Мы пройдем. Проходите. Вы что тут делаете? Значит, Вань, смотри, сейчас приехали менты и говорят, что мы здесь делаем? Мы здесь, значит, смотрим за... Ну, вообще-то не менты, а полиция есть. Ну, выражайтесь нормально. Да я нормально. Смотри, значит, приехали менты сейчас. Денис Артов, я сразу сказал, надо... убери, это свой телефон. Ну, не выражайтесь. Сидишь-то. Смотри, значит, приехали менты, что мы здесь делаем? Надо им ответить. Да, не... Да ладно. Что мне тычешь? А мне тычешь? У вас документы есть на данные? У меня есть документы. С собой есть? С собой есть? Я просто, понял? Я... Документы есть, вот люди говорят, что нет здесь никаких. Вот они. На ответ хранения находится у Лени. У хозяина. Не знаю, там твои. Вообще полиция на каком основании туда приехала? На основании сообщения. Какое? Слышь, ты сообщил. Ты сообщил. Сообщил ты. Да слушай, я это толстый здесь сообщил, а что уйдет? Слушайте, ребят, я, наверное, сейчас еще заявление напишу за оскорбление. Это он со мной. Он со мной ругается. Почему я его? Я его хочу оскорблять. Да пусть он оскорбляет. Я не буду оскорблять, я сейчас просто напишу заявление и все. Смотри, сейчас Саня скинет твой телефон, там Саня от меня будет говорить. И думаю, ну я просто... Все. Да, еще что? Ну что, как? Посмотри, знаешь как это? Вань, ментам, ну без вопросов, они делают свою работу. Ну это... Я, пожалуйста. И координаты его дал. Давай. Да и... Стул на его кину, можно? Не знаю. Любую его просто, да. Тебе жизнь здесь, б***ь. Сань, да я разговариваю, я не буду его бить, да? Ты ему жизнь здесь, пацаны, б***ь, а? Я просто стул, да? Ты думаешь, как ты здесь будешь жить, б***ь? А все, б***ь. Я тебе говорю, б***ь, а? Ты со мной будешь базарить, тварь. Вот и побазарим в суде после вот того, и побазарим! Ты мне угрожаешь здесь еще. Алло, Вань. Твари. Вот видео включай, снимай. Чё? Да. Чё? Да успокойся, что ты? Понял, тварь? А чё, кому это надо? Ты, папа, не палишь мне в глаза. Ну, Саша.